Здравствуйте, друзья! Светлый праздник Пасхи в этом году, 16 апреля 2017, мы встречаем очень далеко от дома, а где именно, нам сейчас покажет Андрей. Вы готовы? Ага. Вот так вот. Прошу любить и жаловать. Мистер Дубай, собственной персоной. Неплохо, правда? Мы тоже так думаем. И по этому поводу мы накрыли полянку. Маленькую, небольшую полянку. Что у нас здесь есть? Ну, скромненько, что Бог послал, как всегда. Конечно же, пасочки. Ага. Пасочки, смотри, какие сделали своими руками. Вторая. С орешками, с сладостями. Крашенки. Коньячок, ну, естественно, закончился изнурительный пост. И будем разговляться. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Так. Крашенками у нас проблема, далеко от дома. Да, крашенка, ну, у нас фирменная. Пытались сделать хендмейд, ручная работа. Написали как могли. Дубай. Мокрое яйцо совершенно не, на нем не рисуется ничего. Так, Дубай, это импровизация цветочка ромашки и сердечко с любовью из Дубая. Так, что у нас дальше тут? Ну, вы сами все видите, это уже кокосы, это уже местные. Кое-что привезли с собой, кое-что прикупили, успели здесь. Конечно. Сок. Конечно же. Ага. Когор украинский. Представляете, украинский, как тяжело было его сюда притащить? Украинский когор, да. Тащили за 5000 километров. Ну, я наливаю потихоньку. Так. Ты покажи, покажи, что мы все-таки в Дубае. Ага. Ну, пока Андрюша наливает, я вам ищу... Ух ты, запотевает. Здесь внутри помещение, я не знаю, градусов 20, а снаружи там 50 с гаком. А гак еще градусов 10. Поэтому лучше сразу не выходить, потому что очень запотевает камера, объектив. Да, извините. Итак, мы уже наполнили свои бокалы, свои стаканы. Так, закончился изнурительный долгоиграющий пост, самый долгий пост в году. И... Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Ваше здоровье! Будем! Будьмо! Да, друзья! Традиции должны соблюдаться в каком бы месте земного шара, в какой бы стране, на каком полюсе христианин не находился, православный христианин всегда соблюдает традиции, которые заложены и соблюдаются веками. Но мы, естественно, поддерживаем эту традицию вдалеке от дома. Пасочку, естественно, я делал сам. Ну, вы уже видели мои ролики, как я готовлю кушать. Вот, ну, теперь это мой очередной, ты должен нам поведать свой, это мой очередной рецепт. Шедевр. Здесь курага, клюква, чернослив, орешки, киви. Ну, вы поняли. По-скромному. Так. По-нашему, по-бразильски. И что? Яйцами будем биться? Ну, давай. Это же тоже одна из самых, давай, древнейших, держи, традиций. Держи, Дубай. Тебе Дубай, я бью Дубая. Ну, то кого? Оп. Ага, ага, я победил. Ну, Украина, да, победила Дубая. Ты меня ударил в бок. Да, боднул. Боднул? Да. Ой, кто это там у нас? Ага. Кто у нас там отражается в зеркале? Привет, друзья! Да. Так. Что у нас тут на столе? Ой, это местные денежки.
что у нас делает здесь тренога. Ой, а это что за машинное масло? Что за канистра? Это, друзья, сок. Ну да. Джус. Ну какой еще может быть сок в канистре из автомобильного масла? Ну, это дозаправка на ходу, ага. Так, в воздухе. Ясно, до ходу. Да, на ходу. Так, что там? Далюка алкогольчика. Ага, после третьего стаканчика уже начинается заплетание языка. Так, быстренько эту панораму нашего жилища. Так, а что у нас там? А у нас там показывает местный канал. И что же он нам показывает? Нет, не понял. А он показывает нашего Андрея. Ага, какая солнечная улыбка. Какая девушка симпатичная. Ты что, ты меня показывают по телевизору, что ли? Опа. Нормально. Все, я, короче, спалился, походу. Ага. Все. Все ясно. А чего оно так дергается? Не знаю. Телевизор сломенный. Ага. Ладненько. Все понятно. А ну давай. А тем временем, дорогие друзья, я показываю вам панораму нашего скромного жилища. Так, здесь это все техника управления кондиционером. Так, что у нас тут? Телевизор показывает. Арабский канал. Опа. Понял. А кто это такой похожий на нашего Андрюшу? Походу я спалился. Это точно. Так. Наш эскорт. Теперь мы должны все это разглядеть в деталях. Какую симпатичную девушку показывают по первому дубайскому. Так. Везет же кому-то, кто-то ее снимает. Полубондра. Опа! Не понял. Не понял. Андрей, это как? Каким образом показывают по первому дубайскому? Сейчас все попрыгают, все за такой. Друзья, я не специально. Это какой-то папарацци. Это папарацци. Да? Этот папарацци. Снимет и покажет всех самых известных и знаменитых личностей. Чтобы никто не сомневался, что мы летим пасхальное воскресенье. Вот нам прямо на... Тебе тоже? Всем, что ли? Воистину воскресенье. Здравствуйте, друзья! Светлый праздник Пасхи в этом году, 16 апреля 2017, мы встречаем очень далеко от дома. А где именно, нам сейчас покажет Андрей. Вы готовы? Ага. Вот так вот. Прошу любить и жаловать. Мистер Дубай собственной персоной. Неплохо, правда? Мы тоже так думаем. И по этому поводу мы накрыли полянку. Маленькую небольшую полянку. Что у нас здесь есть? Ну, скромненько, что Бог послал, как всегда.
Конечно же, пасочки. Ага. Пасочки, смотри, какие делали своими руками. Вторая. С орешками, с сладостями. Крашенки. Коньячок, ну, естественно, закончился изнурительный пост. И будем разговляться. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Так, крашенками у нас проблема, далеко от дома. Да, крашенка, ну, у нас фирменная. Пытались сделать хендмейд, ручная работа. Написали как могли. Дубай. Мокрое яйцо совершенно не, на нем не рисуется ничего. Так, Дубай — это импровизация цветочка ромашки и сердечко с любовью из Дубая. Так, что у нас дальше? Тут, ну, вы сами все видите, это уже кокосы, это уже местные. Кое-что привезли с собой, кое-что прикупили, успели здесь. Конечно, сок. Конечно же. Ага. Когор украинский. Представляете, украинский, как тяжело было его сюда притащить? Украинский когор, да. Тащили за 5000 километров. Ну, я надеваю потихоньку. Так. Ты покажи, покажи, что мы все-таки в Дубае. Ага. Ну, пока Андрюша наливает, я вам ищу... Ух ты, запотевает. Здесь внутри помещение, я не знаю, градусов 20, а снаружи там 50 с гаком. А гак еще градусов 10. Поэтому лучше сразу не выходить, потому что очень запотевает камера, объектив. Да, итак, мы уже наполнили свои бокалы, свои стаканы. Так, закончился изнурительный долгоиграющий пост, самый долгий пост в году. И... Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Ваше здоровье! Будем! Будьмо!